Лера советуется с подругой Ольгой Тополевой. Какое будущее ее ждет, когда все узнают, что Лера беременна не от мужа? Тополева поддерживает решение Леры оставить ребенка в конце концов. Смирнов бы за нее порадовался. Однако планы Леры нарушает сын Смирнова от первого брака. Петр, который начинает подозревать, что она саботирует поиски преступников. Проследив за Лерой, Петр выясняет, что она в положении. Он решает объявить об этом в агентстве. Тем временем Смирнов выходит из комы.